Курсом на созидание идут в нашем муниципалитете все, кто входит в местное самоуправление. Оно давно уже стало реальной силой, которая отстаивает интересы людей и работает на общее благо. Об этом шла речь на торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления. Задача местного самоуправления – вовлечь максимальное количество жителей в реализацию национальных проектов и управление территориями. Если славянцы будут видеть, что их активность нужна городу, станице, хутору, мы сможем достигнуть высоких результатов. Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в благоустройстве городской среды. И в сельских поселениях Славянского района стараются использовать все возможности, которые открыл перед ними закон. На местном самоуправлении. Мне очень повезло, потому что мне довелось работать в органах местного самоуправления с самого начала притворением в жизнь 131 закона. Хочу сказать, что особенно за последние 3-4 года мы реально почувствовали, что и поселения сельские, и городские реально могут развиваться. Мы это увидели в многочисленных федеральных, краевых программах, местных программах, в помощи районного руководства в лице главы района Романа Ивановича Синеговского, депутатов. И мы понимаем, что местная власть в лице 131 закона, она крайне необходима. Она является самой близкой к жителям, к населению. И она в первую очередь начинает претворять все те пожелания, которые они хотели бы видеть на своих территориях. Поэтому спасибо 131 закону, спасибо местному самоуправлению. В городской дом культуры на торжественное мероприятие собрались главы поселений, сотрудники администрации, председатели территориальных общественных самоуправлений, жители и депутаты местных советов. Для всех них очевидны те плюсы, которые есть у нас при успешной деятельности самоуправления на местах.